Первый международный межрелигиозный форум, в первую очередь направленный на духовное, нравственное воспитание и культурное просвещение представителей молодого поколения, исповедующих ислам и православие. В общей сложности форум собрал около 100 человек, молодежь от 16 до 30 лет из республик Северного Кавказа, Ставропольского края и Азербайджана, которые в течение всей последующей недели, вплоть до 12 августа, станут активными участниками тренингов и религиозных лекций, также посетят многие культурно-исторические памятники Дагестана. В рамках работы форума состоится целый ряд встреч с известными богословами, с известными государственными, политическими и спортивными деятелями. В рамках работы форума состоятся тренинги на командообразование, на укрепление толерантности, а также у нас запланирован Олимпийский день. Не побывав в Дагестане, не побывать на Рынкале, это невозможно, поэтому, конечно, экскурсионная составляющая тоже одна из важнейших. У нас запланирована поездка в Дербент, а также экскурсия на Каспийскую флотилию. В роли организатора социального проекта выступили правительство республики, Духовное управление мусульман Дагестана и Махачкалинская епархия Русской Православной Церкви и другие. Это очень хорошее дело, которое мы проводим по инициативе нашего дорогого владыки Варлаама и Ахмад Хаджи, муфтия нашей республики. И представители других религиозных общин, которые есть в Республике Дагестан. То, что этот форум проводится в Дагестане, это очень правильно. Потому что Дагестан – это земля, откуда пошли по всей России все великие религии. Конечно, инициативу проведения первого в России межрелигиозного молодежного форума активно поддержали и всячески помогли в реализации также представители духовенства республики. Для создания справедливого и гармоничного мира в нашем обществе молодым людям необходимо быть высоко и разносторонне образованными людьми, вооружиться знаниями, воспитанными в лучших традициях, богобоязненными и рассудительными, отстаивать исторические и культурные ценности в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе. Приветственные слова от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла присутствующим зачитал епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. Надеюсь, нынешний форум станет свидетельством готовности молодежи к созидательному взаимоотношению и послужит эффективному диалогу молодежных лидеров, укреплению межнационального и межрелигиозного диалога и сохранению общих для всех нас нравственных ценностей. Желаю вам плодотворного общения и успешной работы. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Активное участие в открытии отдали и в работе форума также приняли представители правительства Российской Федерации, представители Республики Северного Кавказа, Ставропольского края и гости из Азербайджана. В официальной части мероприятия присутствующие смогли ближе познакомиться с особенностями и традициями как ислама, так и православия. Началась концертная программа, в рамках которой были исполнены нашиды и песнопения. Также свои вокальные данные продемонстрировали государственный терский ансамбль, казачьи песни и другие. В заключение глава Дагестана отметил важность проведения подобного форума. Эта встреча исходит из сущности нашего государства, из сущности нашего многонационального народа, потому что межрелигиозный диалог и укрепление межконфессионального мира – это историческая задача, которая всегда стояла перед Россией. На протяжении всего форума участники будут встречаться с политическими и религиозными деятелями. Наша информационная редакция постарается держать вас в курсе всех событий первого международного межрелигиозного форума. Следите за новостями. Тавбла Четанов, Юнус Китехмаев, Новости 24, Махачкала.